Привет! В этом видео я покажу тебе свой вариант прически верхний пучок. Смотри до конца. Волосы к прическе я подготавливаю, делаю объем гофрированием. Это делаю для того, чтобы появился прикорневой объем и визуально моих волос стало больше. Все волосы я соберу в высокий хвост. Не буду использовать расческу для расчесывания, все ручками. Так прическа будет выглядеть естественно. Ну вот, собственно, и прическа. Шучу. Смотрите дальше. Для большего объема, воздушности и растрепанности я вытягиваю волосы не только у лица, но и на затылке. Слегка сбрызгиваю лаком, чтобы зафиксировать направление и приклеить торчащие волосики. У лица специально обрабатываю волосы целыми прядями. Запрокидываю волосы вперед на лицо и под хвост креплю бублик на невидимке. Волосы по длине взбиваю и начесываю. Кстати, если у тебя волосы густые и плотные, то ты можешь этого не делать. Запрокидываю волосы назад, распределяю волосы по бублику вправо и влево, и можно так оставить. Креплю хвост по длине на маленькую силиконовую резинку. Резинку лучше выбрать в цвет волос. Снова вытягиваю прядки волос, хочу добиться максимальной растрепанности и естественности, ведь это очень круто смотрится. Такая прическа подойдет девушкам и с челкой, и без. Если у тебя, как и у меня, нет челки, то я предпочитаю вытянуть свободные прядки у лица. Даже если я их не вытяну, они у меня потом сами выпадут. Я буду очень рада знать, понравилась ли вам такая прическа. И оставляйте свои комментарии и лайки под этим видео. Я очень жду. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!